Дорогие друзья, родители, абитуриенты, которые поступают в этом году в финансовый университет при правительстве Российской Федерации, я искренне приветствую вас. Я рад, что вы выбрали именно наш университет, потому что университет имеет замечательную историю. Мы в этом учебном году, в следующем, будем отмечать наше столетие 2 марта. Приглашаем всех вас на замечательное мероприятие, которое состоится в Кремле 2 марта. Я хотел бы сказать, что университет гордится в первую очередь, конечно, своими выпускниками, среди которых есть и бывшие председатели правительства, члены правительства. Мы гордимся тем, что совсем недавно декан финансово-экономического факультета, наш выпускник, стал первым вице-премьером правительства. Я говорю о Силуанове Антоне Германовиче. Мы гордимся тем, что среди депутатов Государственной Думы есть также наши выпускники, есть и сенаторы, есть руководители регионов. И самое главное, что все, кто заканчивает финансовый университет, получают хорошие знания, и они способны достичь больших успехов после окончания университета. Мы с огромным удовольствием приглашаем, конечно, всех, у кого хорошие проходные баллы. Те, которые не доберут проходных баллов на бюджетные места, мы с удовольствием примем на платные места. И с огромным удовольствием хотел бы сегодня сказать, что финансовый университет в течение уже нескольких лет проводит свои олимпиады, победители которого будут зачислены в первую очередь в число студентов, но также предлагаем всем победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников поступить к нам. Обращаемся с предложением еще и потому, что принята у нас программа поддержки талантливой молодежи, и те люди, которые получат хорошие результаты в олимпиадах, хорошие результаты уже во время учебы, будут дополнительно поощряться, они будут поддержаны и со временем будут рекомендованы на работу в лучшие российские учреждения, будем приглашать к себе в аспирантуру. Другими словами, у вас есть перспектива, финансовый университет вас ждет с удовольствием. Добро пожаловать к нам!